Привет, друзья! Сегодня хочу сделать ленивые голубцы. Вот у меня фарш свиной, рис. Сейчас мелко нарежу капусту. Капусты мне хватит вот кусочек. Пошинкуем мелко. Капусту нарезала и сейчас ее залью кипятком. Зальем кипятком, пускай немножко постоит. Накрываем фарш. Там добавленный лук. Вылаживаем капусту. Я ее отжала. Так. Выложу рис. Добавлю яйцо. Перчим. Добавим немножко соли. И все это перемешаю. Из полученного фарша сделаем котлетки. И будем их улаживать для запекания. Можно в сухариках обвалять. Тоже неплохо. Выложила я голубцы в сковороду и отправляю на 20 минут в духовку. Ну, где-то на 180 градусов. Пока запекаются наши голубцы, сделаем соус, которым будем заливать луковицу. Порежем. Так, поставим обжаривать. Луковица обжаривается. А я пока потру морковочку. И сюда же порежу маленькими брусочками перчик сладкий. Перчик сочный, пахнет ароматный. И морковку. Вместо томатной пасты я возьму помидорки. Вот такие у нас маленькие наросли. Ну, это я сорвала маленькие, они разные растут. Вот такой вот есть помидорчик. И я сейчас натру на терочке, а кожуру отдам курочкам. Натерла помидорки, они отправятся в луково-морковную зажарку. Голубцы запекаются, а луково-морковная зажарка томатная жарится. А я сейчас делаю сметанную заправку. Пару ложечек сметаны. Небольшой перерыв с компотиком. Очень жарко. Компот у меня из алычи, вкусный. Добавляем водичку.
чтобы сметана хорошо растворилась. Водичка тепленькая. Зубочек чеснока. Сюда же. Посолить. Поперчить. И хорошенько все это перемешать. Это сметана магазинная. А я сейчас еще сюда добавлю немножечко сметанки домашней. Жирненькой и вредненькой, но вкусненькой. Вот такая красота пойдет тоже сюда. Сметанную заправку добавим в зажарку, пока она жарится. Вот этим соусом мы зальем голубцы. Достала я голубцы из духовки и будем заливать. И опять отправляем в духовку на полчаса. Такие ленивые голубцы получились. Очень вкусный соус, ароматные, нежные, вкусные. Приятного аппетита!